You don't know what is it we're saying. You don't know, you don't care. All you know is honey that you're faking. You don't know, you don't care. We're all having fun, bathing in the sun. We're all building castles, castles in the sand. We're having fun, we're having fun. Привет! Рада вас приветствовать на своем канале. У нас уже, знаете, такие денечки начинают уже так прохладно быть. И даже вроде бы как на следующей неделе будет минус 5. Но ничего, я тут допиваю свой чаек. И, конечно, планирую какой-то свой день. Сегодня я хочу убраться внутри, вот как бы в верхних шкафчиках. То есть, ну, внутри кухни, именно самой внутри. Не знаю, хватит меня на фасады и на саму вытяжку. Как бы планирую только убрать внутри. А как будет, я не знаю. Если будет, знаете, вот такое, как говорится, украинское слово «натхнення», то, конечно, тогда помою фасады. Вот. В начале видео поснимала вам, знаете, такие последние деньки тепла. Цветочек этот меня так... Я его увидела, а на нем еще сидела пчелка. Ну, я не успела его заснять. Но вот такой прекрасный цвет именно цветка. И уже начинается, конечно, осень, и уже листочки дают о себе знать, они уже падают и желтеют. Конечно, не хочется, чтобы лето уходило, но я осень очень-очень люблю, и если осень тем более будет теплая, я вообще очень люблю осень. Лето для меня, вот знаете, уже я была, как скажем так, чуть помоложе, любила лето, но сейчас комфортная температура для меня осенью, ну, если она не дождливая, а теплая. Хотя, когда вот идут дожди осенью, тоже хочется заварить себе какого-то чая и попить. Значит, я уже себе позавтракала, я же говорю, допиваю свой чай, Ваня мне тоже позавтракал. И буду приступать к своей работе. Включайте мои видео, мотивируйтесь, тоже наводите порядок на кухне. Осенние дни, скажем так, хочется тепла, уюта и порядка в доме. Поэтому буду убираться вместе с вами, держать вас на чистоту. Так что оставайтесь со мной, включайте мои видео и будем работать вместе. И приступаем к уборочке. Значит, самая горячая точка в верхних фасадах, это, конечно, открытые фасады, и там скапливается пыль. И у меня, значит, в начале кухни такая открытая полка, и в конце. Вот в начале у нас окно рядом, и, конечно, я открываю окно летом, и пыль туда летит, и там скапливается грязь. Перемываю все статуэтки. В принципе, мне очень нравятся эти открытые полки, когда вот так красиво можно все расставить и поставить то, как бы, чем глаз радуется. Такие маленькие, скажем, мелочи, которые действительно радуют. Но у нас уборочка продолжается. Все достаю. Я так работала, значит, все доставала, протирала пыль, перебирала вещи, которые мне нужны или не нужны. Там чуть-чуть расхламила, мне не нужен был графин, там пару чашек убрала. Ну, то есть вот такой был принцип у меня. Вот. И я храню вот контейнеры в таких больших, скажем, контейнерах. Я их тоже перемывала и вытирала насухо, и все слаживала по своим местам. И вот такой у нас с вами результат получился. Конечно, глаз радуется, что все лежит на своих местах и везде чистота. Буду стараться поддерживать такой порядок. Вот начала убирать этой полки, где у меня сушка. Тут, получается, там у меня тарелки, которыми очень редко пользуюсь. Тут у меня чашечки, ну,
стаканчики сушатся, и тут тарелки с досками. У нас, когда, я же еще раз повторюсь, наверное, всем уже знают, что моей кухне 10 лет, и мы поставили такую нехорошую сушку, видно сюда, потому что она вся вот начала ржаветь. Вот тут местами как бы видно, местами не видно, а там вообще уже пошла. И чем бы я, ну, как бы не мыла ее, скажем вот так, оно ничего как бы не отмывается, и это, конечно, печально. Вот эти поддоны я мою, да-да, у меня тоже вот такие бывают грязные. Я же говорю, кухня моя была запущена, это более чистый, этот более грязный, но это еще залила средством, это все прекрасно моется, и, наверное, ну, я не знаю, я вот второй раз их меняю, они, в принципе, в продаже продаются. Я их поменяла, вот, не, вернее, первый раз одни были родные, а это уже вторые я поменяла. Ну, вот так я запустила этот поддон, ай-яй-яй, но ничего, сейчас все исправлю. Помою эту тумбочку, ну, как бы сушку, и пойду дальше. Но сейчас я перервусь, так как с племяшкой там надо посидеть чуть-чуть, и сделаю себе такой маленький перерыв. Погуляем с племяшкой. С этой помощницей мы чуть-чуть погуляем, а потом буду продолжать нашу уборку. Помаши привет. Помаши привет. Да помаши привет. Ну помаши привет. Привет, помаши. Ну ладно, пока помаши. Все, выключать? Ну давай, буду выключать. И чуть-чуть у меня был перерыв, и теперь приступаю обратно к своей уборке, наведению порядка в верхних фасадах. Значит, хотела я дойти уже сегодня до такой, у нас полочка есть с специями, и там надо было чуть-чуть переорганизовать все, но так как я начала справа налево уборку кухни, ну, верхних фасадов, поэтому мне уже хотелось бегом к ней приступиться. И вот это кухонный ящик, которым мне хотелось навести порядок. Почему-то организация тут не очень прижилась, в плане того, что было тут наставлено всяких разных много баночек. Я с ними, с некоторыми попрощалась. И в специях был просто хаос. Там уже было, конечно, были специи, которые были в просрочке. Я все аккуратненько перебрала. Тем более у нас были недавно гости и тоже привезли специи, такие интересные, буду пробовать, надеюсь, что они мне понравятся, и поэтому я навела порядок, мне его хотелось навести, скажем, тут, и навела чуть организацию по-другому, и я уже это видео монтирую, и вы знаете, классно, прижилось, все супер, ну, как бы мне организация понравилась. Вот эти полки икеевские, которые я только что протирала, у меня их две, они действительно себя оправдывают, и они стоят в ящичке, и с ними ничего не случилось. Значит, во внутренних, ну, как бы во внутренних шкафах, да, и верхних, скажем, таких полках я прибралась. Показываю вам результат. Все лежит на своих местах. Конечно, это очень здорово. И я, в принципе, ну, стараюсь поддерживать этот, конечно, такой мой результат, который я сейчас сделала. Буду поддерживать, чтобы оно все стояло на своих местах и так, как надо. Но я же говорю, в принципе, у меня удается. Конечно, иногда собирается, как вот сейчас собралась, все ненужное. Так, тут тоже покажу. Тут у нас растительное масло все стоит. Все удалось мне, как говорится, расставить. И закончить так, что я на сегодня планировала. Поэтому все убираюсь, закрываю. Так, тут у меня аптечка. Кстати, я ее не убирала в ней и не сняла видео. Осталась мне вот эта угловая полочка.
К сожалению, в угловые вот эти полочки, да, очень много пыли падает. И не остается в моей кухне убрать фасады. Но займусь я, наверное, в другой день, потому что сегодня что-то или настроение не очень хорошее. То есть останется у меня вытяжка и сами фасады. Разделю я эту работу, так как Ваню скоро уже на тренировку нужно вести, поэтому разделю. Приехали от Вовыных родителей. Вова говорит, да, я чуть половлю рыбу. У нас тут местное озеро. Сегодня он поймал судака, по-моему, судака. Да, если не ошибаюсь. И выпустил. Ну, он у меня любитель поймать и потом выпустить. И много вообще выпустил как бы в это озеро рыбки, чтобы она как бы росла, и озеро наше пополнялось рыбкой. Так что так, вечер еще такой хороший, но уже, наверное, будет, конечно, холодать. В среду нас вообще там передают чуть не 5 градусов. Вот. Но потом будет вроде бы 15 и 16. Так что надеемся, чуть-чуть будет тепло. Значит, у нас еще предстоит такое как бы событие, но, наверное, это видео уже выйдет, когда оно пройдет. 20 лет, как по окончанию медучилища. И да-да-да, как это было, вроде бы вот недавно мы это медучилище заканчивали. Мы заканчивали вместе, конечно, с сестрой. Вот, и вот я была как бы это. У меня еще Катеньке был год. Не год, а только я ее родила, получается, и мне надо было выходить на учебу, как бы помогали все, и свекровь мне помогала сидеть, конечно, в основном она мне помогала, и мама моя помогала, вот, так что, да, были такие времена, я посидела месяц, Катюша, я родила 7 числа, получается, сентября, месяц посидела и вышла на учебу, вот, да, мы тогда жили вместе со свекровью. Да, да, это так вроде бы было вот недавно, и вот тут у нас уже с такой уже как бы дата. 20 лет окончания как бы медучилища. Конечно, будем рады этой встрече, такая, знаете, предвкушение встречи. Конечно, мы все поменялись. Вот, я надеюсь, что, конечно, все будут, но у нас в группе есть вайбере, и, конечно, пишут, что у некоторых не получается. Ну, ничего. Всех было рада видеть у себя на канале. Пишите комментарии, ставьте лайки. Мне очень приятно обратная связь. Всем хорошего вечера и всем пока-пока.